Ну и к другим темам. Тысячи амичей получили СМС со ссылкой на интернет-магазин наркотиков. Массовая рассылка началась 2 дня назад и продолжается до сих пор. Наркоторговцы маскируются под популярный сайт объявлений, где люди выставляют вещи на продажу и ищут работу. К слову, именно пользователи этого сайта и получили странное предложение. Продолжит Екатерина Клемязева. Екатерина Фирус вместе с мамой недавно выложили в интернет объявление о продаже вещей. Обе указали номера телефонов, потому когда им пришли смс со ссылкой, похожей на тот самый сайт, не задумываясь, перешли по ней. Думали, что нашелся покупатель. Оказалось, купить весьма странный товар предлагали им. Список, прям прескурант цен на наркотические средства. Наркотические средства перечислены прям по названиям. Причем есть еще графа акции, скидки. Так, открыто, так... бесцеремонно, можно сказать, предлагают такие вещи, сообщения. Также телефоны же есть у детей. Такие же сообщения получили тысячи амичей. И, судя по информации на сайте, Омском клиентура наркоторговцев не ограничивается. Прокуратура и Роскомнадзор не успевают закрывать незаконные ресурсы. В Омской области за весь год было заблокировано только 2 таких сайта. Во многом потому, что сами граждане на подобные рекламные акции в надзорные органы не жалуются. В полиции говорят, конкретно в этом случае людям, открывшим ссылку, повезло. Ведь так можно и получить вирус на телефон, и лишиться денег с банковских счетов. Гражданам не следует переходить по ссылкам, которые содержатся в спам-письмах, в СМС, в ММС-сообщениях, поскольку эти ссылки могут вести на сайты, которые находятся под контролем злоумышленников. Необходимо установить антивирусные приложения и все время поддерживать их в актуальном состоянии. Не просто переходить по ссылкам, даже оставлять сообщения с ними на своем телефоне опасно. Во-первых, вы можете перейти на вредоносный сайт случайно. Во-вторых, некоторые сообщения могут содержать файл вируса, который активируется, как только вы откроете сообщение. Поэтому подозрительные СМС лучше удалять с телефона сразу. Екатерина Хлемязева, Александр Рябуха, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.